покушать и позагорать. Называется, как Владик, Ламарина? Ну вот, в общем, да, в мою честь. Я иду по синей ковровой дорожке. Это почти как красная, только не в Каннах. Мы выбираем яхту. Мы хотим купить яхту. Очень милые яхточки. Мне кажется, она прям для меня. Маша, вызови клубон. Есть огромный камень. Вот это самый известный мыс. И куча паэли и всяких морепродуктов. Но я пока не хочу. Далее у нас Англия. No, thank you. Пойдем, пройдемся. No, we want to go for a walk later, maybe. Later. Все хотят в кадр, все хотят попасть в мой бьюти-блог. Вот, самый известный мыс. Что за ним, Вадик? Самый известный мыс в Кальпе, единственный. Что за ним? Какой за ним город? Почему все орут мне селфи-селфи? Я понять не могу. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. No, gracias. No, comer. No, comer. Не жалко? А я сниму их сейчас. А потом? А что потом? Где будут ноги? Вот пляжик, собственно. Ничего особенного, опять же, хочется отметить. Но я просто должна была показать немножко этого города. А какой у нас следующий город по плану? Хавия, да? Или Морейра, или что-то еще. Ну, в общем, we'll be back. Мы едем дальше, да, и то, что Морейра. Здесь особо... В Морейру мы едем, да? Что это? Это город. Небось, за мысом вот этим, нет? Небось, не знаю. Черт, не угадала. Ну ладно, мы немножко пройдемся по песочку, потому что очень хочется ощутить, да, песочек. Ну что, мы приехали. Ой, простите. Ну что, мы приехали в Хавию, в порт. Ну, тут пляж. Мы находимся. Вон Вадик вообще в полном шоке. Мы находимся в легком шоке, потому что здесь какая-то совершенно невыносимая атака мошкарой.
Вот, то есть здесь куча мошек, они липнут к губам, к лицу, ко всему. Он у Вадика... А, ну уже получше. Вся футболка была облеплена этой мошкарой, просто кошмар. Огромное количество мошек, но в целом тут очень симпатичненько, в принципе. В целом очень симпатичненько. Вот, мы сели перекусить, потому что мы уже очень давно не ели, и мы внезапно поняли, что можем долбануться в обморок. Вот. Особенно я, потому что я не ела уже 5 часов, очень голодна. Вот принесли какую-то еду. Я, конечно, покажу это, но вы будете в шоке, потому что вообще я такую еду не ем. Ну, на отдыхе можно.